уважаемые гости, от лица новобрачных Татьяна и Сергей, я рад приветствовать вас на празднике дня рождения семьи. Татьяна и Сергей испытывают огромную любовь и уважение ко всем присутствующим, и поэтому они пригласили именно вас разделить с ними этот самый счастливый момент. В связи с этим Татьяна и Сергей обращаются сейчас ко всем вам, дорогие друзья. Поддерживаете ли вы их решение вступить в брак и готовы ли вы принять нового человека в свою семью и в свои друзья? Прошу ответить вас, дорогие гости. Да! Громче не слышу! Да! Вот теперь, дорогие друзья, я хочу представить вам, вашему вниманию, двух замечательных людей, которые практически с самого детства и шли рядом с нашими молодоженами. Это их верная опора и настоящие друзья. Давайте встретим наших прекрасных свидетелей. Это Роман и Мария. По нашим аплодисменты! Громче аплодируем! Можно встать вот так, да. Молодец. И я понимаю, первый раз, это хорошо. Дорогие друзья, мы продолжаем далее. И сейчас я хочу, чтобы каждый присутствующий в нашем зале максимально громко поприветствовал того человека, на которого наша невеста будет опираться всю свою жизнь. Это ее настоящая любовь. Это тот человек, о котором она мечтала с юного детства. Это тот человек, который будет носить ее на руках всю свою жизнь. Дамы и господа, под ваши аплодисменты давайте встретим нашего жениха. Сергей, под ваши аплодисменты! Дорогие друзья, ну и, конечно же, сегодня для нее самый торжественный день в жизни, о котором она долго мечтала, которого она долго ждала. И этот день состоялся благодаря нашему Сергею. Сегодня собрались все ее самые близкие и родные люди. И в эту секунду я хочу обратиться к вам, дорогие гости, с огромной просьбой встать и дружно, очень громко поприветствовать самую милую, самую прекрасную девушку нашего дня. Это наша блестящая невеста. Под ваши аплодисменты, Татьяна, в сопровождении своего папы Степан Иванович. Уважаемые, пока еще будущие супруги, у вас есть то, что ищет миллионы, а обретают лишь избранные. Это любовь. Именно она соединяет сердца и судьбы. Сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. Исполняя высокий общественный долг, как представитель Амура, прошу ответить, искренним ли является ваше желание отныне и до конца жизни быть верными и надежными спутниками друг другу, любить, уважать и оберегать от всех невзгод. Прошу ответить вас, Татьяна. Да. Прошу ответить вас, Сергей. Да, согласен. Можно поддержать аплодисменты, да? В народе считается, что только становясь на свадебный рушник, ваше взаимное согласие благословляется небесами. Давайте поаплодируем молодым еще раз. Поэтому я прошу, дорогие свидетели, расстелите, пожалуйста, рушник перед нашими молодоженами. Раз, два, три.
громче аплодисменты. Дорогие молодожены, сейчас вы стоите на перекрестке двух судеб, где дальше перед вами раскроется одна широкая жизненная дорога, по которой вам встретится и радость, и громкий детский смех, и надежный семейный очаг. Теперь в знак любви и преданности, а также верности друг другу, прошу обменяться вас обручальными кольцами, древним символом, простым и священным. Машенька, вручите, пожалуйста, кольца. Ну а сейчас давайте поддержим аплодисментами нашего молодожёна. Уважаемые молодожёны, прошу вас подойти к столу регистрации и своими подписями скрепить ваш семейный союз. Серёж, вы первый. Уважаемые гости, подтверждается желание супругов носить общую фамилию Гончаровы. Ведь сегодня в полном соответствии с законом Украины брак Татьяны Гончаровой и Сергея Гончарова объявляется зарегистрированным. И с этой секунды мы можем называть вас муж и жена! Ваши аплодисменты! Дорогие молодые, прошу вас поцеловать!